Асмодея оставим тогда. И туда с вами пойдет. Давайте рыло пойдет туда. Саня тут остается. Это волшебник, да? Волшебник тут, Асмодей тут, столовка тут. Так, третья и четвертая. Вы пойдете в комнату, войдемте туда к боссу. Уже рыбу поставили, уже кушается. Погоди, да, сейчас туда суманим. Уже шкаф стоит. Вы не разбегайтесь, у меня дистанция 30 метров. Разбегайтесь, снова вижу, как будто вас нет рядом. Дистанцию держите, пожалуйста, коронавирус все-таки. Не-не, в кучу, в один фрейм. Саня, может, на буксола дать этого... Ну, тыкайте. Да идемте туда, к боссу переставим шкаф уже. Сейчас для рыбу пожру. Может, они помочь, только на буксола дать, смотрите, кого хавки, фласки есть. У меня дома остался секс-2 просто. Блядь, какие-то наши маны есть. Ну тут на лестнице ставьте шкаф. Ой, блядь, не, эта хуйня не здоровая. Сейчас за эльфа буду сальтухи пытаться делать. Ставьте шкаф. Сумоньте, кого тут не хватает. Или все уже тут? Не-не-не, меня нет. Ставьте шкаф. У нас новенькие люди, кто сегодня пришли на РТ. У вас фласки есть там, вся хуйня, чтобы там... Никаких ошибок вы не допускали. Какой молодец, у тебя нету, что ли? А, слышь, кого нету, скажите сразу, дадим. Гений, блядь. Дайте столик еще, маги. Пацаны, одну минуту сейчас подойду. Сань, мне дай, потому что у меня точно нихуя нет. Тыкните в столик. Угу. Тык-тык. Да не бойтесь, еще не все здесь. Шарча нету. Отошел одну минуту. Скоро ли все тут сидят или нет? Я просто не понимаю, Арчи тут вообще, не? Ну, я его суммонил, короче, не знаю. Да, его тут. Арчи здесь? Принимай давай. А, все, он здесь. Теперь все здесь. Ну, спасибо. Так, а ты по комнатам уже поделил? Да. Какие идут? 3-4. Надо, слышишь, одному рогу. Зачем, если там два ханта? Моба стопать блайнд кидать и косты кикать быстро. Ну хуй знает, если ханты справятся. Такой ло хватит. Такой ло 3 секунды. Есть у кого почта может поставить? Я фласки забыл. Блайнд 10. Чьи. Вот. Кидай пати. Ой, обмен мне. Возьмите все себе огурцы, вот стоят слева. Так, значит, в комнате хилит буксол и рыло. У нас здесь остается Ладомир, Марлу и литературе. У нас хуёво, что один прист, и этот прист у нас ДЦ, блядь. Он до моба будет в МК брать. В конце там, я думаю, они вчетвером прохилят, но моба надо будет в МК держать, Лёхов, весь бой. Саня, если у тебя есть этот символ с собой, поставь на этот, чтоб когда ты шип кидал, чтоб с него вся хуйня сбивалась. Нихуя себе, ну с собой-то точно нету такого. Потому что, блядь, когда будет третья фаза, ну, то есть, точнее, вторая, блядь, когда он спустится,
Не, ну если критично, нет, я могу срез, слетать. Срез, ты в ДД. Надо? Давай попробуем, блядь, без, а потом посмотрим. Давай, давай. Потому что я понял, вот этот прикол, как в прошлый раз, он оба отпустил, а уже взять его не может, потому что на нем миллион дебафов. А так ты его шипнул, понял? На него сверху раз, блядь, и все. Лёх, старайся МКшить из центра комнаты. Ты вот стоишь прям, прям в самом центре стоишь, понял? А мне за ДЦ или за ШП? Вот, за ДЦ. ДЦ. Скажите, кого МКшить? Нет. Да. И ты просто его по КД МКшишь. Понял. Да. Завоеватель. Блядь, я опять знал, все, завоеватель. Завоевателя в МК первыми, блядь, надо разъёбывать мобов. Каких там, блядь? Пробудители. Пробудители. Все. Играем через пробудители, все остальное говно кливаем. Завоевателя держишь в МК. Раздавайте бафы, каску, кулак. Сразу вылезет. Не, они рандомно вылазят. Саш, самое главное там тебе взять с центра, блядь. Дайте на всякий СС по войду и дайте СС по столовке. По войду дает Макс. Да, а Асмодей дает по столовке. Может по хилам дать СС? А, и метки на танк. На 4, блядь, ТС, этих БРа есть. Метки на танках. СС я нужен на танках, потому что в конце будет складывать нахуй. Короче, Войд... А, подожди, знаешь, что давай сделаем? У нас кто, два ханта? Короче, Саня, ты сбиваешь первому букаст, Войд второму дает стан, там доходим до моба, я его держу. Быстро туда подходим, хуярим, поднимаемся. Те, кто в комнате, смотрите внимательно, налево-право сразу перебегайте, слушайте Максима. Раздавайте бафы, каска, лапа, пристаба, вся хуйня, не вижу каски по руге. Сейчас, да, сейчас бой начнется, чтобы вообще никто ничего не говорил, говорит только Макс там по комнате, по своим делам. Тут у нас говорит только Гавай. Смотри, метки расставили, я буду говорить там, соответственно, от черепа отошли или от луны, или от квадрата, или от креста. Это значит, что надо перебежать перпендикулярно. То есть, если бы мы стояли в черепе, отбежать надо в квадрат. То есть, если стояли в квадрате, соответственно, в череп. Ну и точно так же. От луны в крест надо набирать, от этих столбов будет максимальный рейндж. Тотем от сил природы обязательно, блядь. А если я в центре этого... Подожди, нам надо одного шамана оставить внизу, блядь. Сейчас поменяем перебегай кого-то, подожди, блядь. Так. Давай тогда нам вот этого шамана возьмем сюда, а туда отправим одного рога, вот этот, который... Какой там посильнее, блядь? Посильнее. Кирюх, Кирюх, а если я в центре рога комнаты Тога стою, вот этот, наверное, получится. Рога-тога. То мне как перебегать? Что? МК снимать? Если я в центре комнаты это постою. Не тебе, это те, кто идут в туннель. Угу, все понял. Рога-тога, идешь тоже туда с ними в проход. Рыло внизу, да? Нет, ты идешь тоже в комнату. А как ты? Третья, четвертая группа идут в комнату. Ну, ханты на полного вайда, рога, соответственно, точно на полного вайда. Все косты сбиваешь там в комнате, ребят, рога по максимуму. Ну, вторую фазу сразу, ну, расскажите, а то мы сейчас пройдем и пизда, и вайпите сразу. Вторая фаза, мы спускаемся вниз. Точнее, вы пробегаете комнату вниз. Когда будете подбегать уже сюда к Торему со спины, все под стенкой идут. В середине комнаты никто не идет. Прыгаем сюда вниз. Босса держит в центре, все РДД и хилы становятся на макс рейнже друг от друга, просто по комнате рассасывается. РДДшники становимся, кто-то с левой ноги, кто-то с правой ноги, просто максимальный рейндж друг от друга набрать, постараться. Там должны стоять хотя бы метров 7-8. ТТМ от сил природы стоит обязательно, он только стал, поставили его, дали геру и вливаем максимальный бурст сколько можем. Оставьте припод на это дело и всю остальную хуйню. У нас будет времени его убить около 4 минут. Если мы за 4 минуты не убьем, будет дохуя стаков, он сложит танков. Это даже в изи-моде будет тяжело сделать. Кирюх, про колонны, Кирюх. Ну, там на второй фазе похуй. Я сказал, что будем перебегать от черепа к квадрату, от креста там, к луне или от луны к кресту. Это все будем анонсировать. Прям делаем? Нет. Так, теперь я хочу спросить, в комнату вообще как попасть? Сейчас подойдете туда, нажмут рычаг, и вы зайдете. Вот третья, четвертая пати, когда зальем этот трэш, все бегут налево, туда, к решетке. Максим кастанет эту хуйню, и вы все забегаете туда. Можно какую-нибудь метку на кого-нибудь поставить, чтобы бежать за ним? Так, а где рыба? Полумесяц стоит и печенька стоит. А рыба есть? Что-то я не вижу. Артём, попробуй выкинь ему шмотку, короче. Ну, удали ее. Удалиться, да? По-моему, подтверди. Нет. Рыба не... стоит, ешьте. Что пишет? Это функция несу для подозрительных. Надо, блядь, перезайти в игру. Надо, наверное, дали лопнуться.
давайте речь. Фласки пропейте все. Пейте фласки, у кого, кому, кто в себе не уверен, выпейте саппорт. Я выпил саппорт, например. Чтоб не лутать лишнего урона, блять. Могу сказать, в принципе, как на второй фазе отбегать. Говори. Сначала колонна двойной молнии заряжает босса. Потом босс через пару секунд в эту колонну дает веер молний. И веер этот занимает примерно 1/4, 1/3 где-то комнаты. Круга этого. Широкий очень. Да. Ну, лучше думать, что 1/3, то есть убежать на другие 2/3 от этой колонны. Сектор. Винс. Поехали. Давайте, поехали. На этой неделе. Вопрос. Ебать, а шо у меня скиллы из панели пропали? Прикольно, блядь. Что, появились? Mm-mm. Панелька мы щелкнем. Ctrl, Shift и колесико. LZ нажал. Не, у меня скиллы попропадали. Я вижу панель. Перекрутить или щелкнем? Шифтом покрутить. Макросы попропадали с панели. Да все, я уже выставил. Все, давайте не спамим. Макс там внимательно. Нажимайте рычаг быстрее, кто-нибудь один. Сейчас, короче, забегаем. Сразу бежим вперед, там, к центру ближе. Там будет моб-кастер. Рога ему кикнет каст. Побежали, бегом. Так, шаман вот этот, который лап-данс. Тотем от сил природы. Все, сейчас ему каст кикает. Напуливаем в столовку, работу. Поближе идите поближе. Этих мобов не трогайте, только прислужника бейте. На левую сторону перебегите, все на левую сторону. Как там, завоеватель, да, мне надо? Да. Все, бежим дальше. И по левой стороне так, вот прислужник. Стану, да, вы? Отходим оттуда. На правую сторону сейчас перебегаемся. Только прислужника бьем и бежим дальше. Я же вижу трупы, блядь. Станет эти пидоры, блядь. Бежим в комнату бежим. По левой стороне. Все. Сейчас моба вышел. Где ДПС внизу, ребята, блядь, что за хуйня, нахуй? А, заэвейдился, да? Так, понятно. Ложимся. Сейчас объясню. Я тебе, знаешь, Макс, что скажу одно. Мы хэм делаем. А бычку. Так нахуя так ты быстро бежишь? Ты понимаешь, что меня три моба пиздят, они опрокидывают. Это не тринкуется, ничем не снимается. Я лежу на полу 3 секунды. А ты агришь уже 3 моба следующих. Зачем ты в эту комнату спешишь? Я не агрю, я сбил каст мой, стоял там, бил моба, блин. Блять, так они пизды мне дают, так понимаешь? Так там не только те пизды дали, там люди эту хуйню лутанули, умерли, блин. Вы убейте 3 моба, и потом дальше агрю. Смотрите внимательно вперед перед собой и перебегайте. Лево, право. Сейчас я объясню. Короче, смотрите. Так, задача в этой комнате добежать до этого большого моба и убить его. Это все. Но чтобы добежать, нужно... Вот видите, он руку там поднимал, блин. Влево-вправо кастовал эту хуйню. Нужно типа ее доджить, блядь. Вы не задоджите. Ты понимаешь? Горит левая, перебежали. Горит правая, перебежали. Надо стоять не на пути этой руки. Все, что там сложного, блядь? Так смотри, в чем нюанс. Подожди, вот смотри, в чем нюанс. Вы перебегаете свободно, потому что вас мобы не опрокидывают. Меня они опрокидывают, я лежу, блядь. И меня надо захиливать. У ХП всю дорогу. Меня надо захиливать. Убить первых мобов, потом 3 других агрить, которые перед входом. И потом спокойно туда заходить. Так вы будете бежать, я буду вздыхать, блядь, и вы будете все ложиться. Без танка вы ляжете. Зелье свободы действия присутствует? Я не знаю, помогает оно от опрокидывания? По-моему, не должно. Это опрокидывание равно стан, по сути. Но там, понимаешь, что анимация, просто персонаж ложится. У меня разница, это все равно, по сути, стан. Блядь, он не побежит, он будет лежать один хуй. Хоть ты 100 зелий выпей. Не, я понимаю, это не про то. Я про то, что зелье свободы действий не помогает от апрокида. Апрокид, по сути, стан. Я поэтому и сказал про это. Так что вы это забудьте про это зелье. А кто танчит-то там? Паладин?
Но... Да. В чем проблема? Пошел, поймал на этот на 50% все опрокиды и все. Там только один раз поржаться надо. Налил под себя цикату вот эту, дал 50% и стой себе. Там я вообще стан давал варом. Там диминишн должен быть. Тебя не могут бесконечно прокидывать. Не знаю насчет диминишн. Ну, не бесконечно, но, ну да, ты поймаешь 3-4 опрокида просто одновременно. Просто ты забегаешь в комнату, да, ты ловишь их, ну, блядь, там 2-3 и все, блядь. И у них есть КД, да, все, типа... Разберитесь с пауэром паладина, чтобы не было этого коня ебаного, поставьте все толковое. Там прислужники, которые кастуют, их нужно в первую очередь, потому что они могут ваншотнуть. А все, а вот эти мобы, это хуйня полная, они кроме станов ничего не делают. Дискорд перезагружу, что-то это, завис черным экраном. Мы должны пачки от нашей кучки забежать, прям забежать туда, к первому прислужнику, его ебнуть, и побежать к второму прислужнику, его ебнуть, и подбежать к этому большому мобу. Попутно доджа левую и правую сторону вот эти взрывы. Все, это вся задача в этой комнате. Там... Как в вершине Утгарда от дракона, блядь, уклоняться, блядь, налево или направо перебегать. Та же самая хуйня. Ничего сложного нет. Просто перебежать, блядь. Он руку поднимает? Саня, руку... точно так же внизу тут все пуржите, блядь, пиздите по максимуму. Саня, этот, Саня, уже заговорюсь, Леха, по максимуму тоже, пока моба в МК не взял, вот мы начинаем только, блядь, бить. Маздиспел или... Не, маздиспел тут не помогает. Просто точечно пизди с них все. Элем, точно так же пуржи с них все, что можешь. Так, там завоеватель еще раз, да, блядь, не забываю. Да, тебе завоевателя надо взять в МК. Четыре паладина, кулака повара нет. Меня выкинул. Секунду. Скажи это, Хаус, ему, чтобы подтвердил сейчас, если он может. Потому что у меня сейчас вылезло еще раз в этой в личном кабинете, типа, подтвердите. Ну, нажать отправь, ничего страшного. Ну, понятно. Что... Смотрите там в комнате внимательно, перебегайте лево-право. Там ничего сложного нет. А 10 там, там немного народу? Не, нормально. Первая пати, Рога, что там у тебя? Вообще тут... Нету его, афкашит. Куароса, ты тут, нет? Ну, внутрь зашел. Ну, вот да. Он сидит, ну, на входе. Не можем стартануть без него. Или он в комнату идет. Нет, ну, тут остается. Ну, ДПС нужен, блядь. Ну, что будем? Давайте все пойдем АФК, блядь. Он же за ворот... Мы же за воротами, блядь. Да, блядь. Правильно, нахуй. Ну, напиши, скажи что-нибудь, отойду, не отойду. Что ты за хуйня, блядь? Посреди рейда съебался куда-то и пиздец. Парень шмоток налутает, пиздец сейчас. Вылетел, блядь. Выбил. У меня есть камень. Ну, в Диссе написал. А что Диссе написал? Где? А, у меня все, ну, ждем. Пользуешься. Мне тогда минута АФК. Он пишет, он подтвердил. Еще раз попробую перезайти. Все, он зашел. Зашел. Ну, он подтвердился? Да мы не за это говорим. А за шамана. Здорово. Кто там у нас теперь опять отошел? Артем, подтвердилось? А? Сейчас проверю.
Ну, походу, надо релогнуться. Так, пока ждем, попробуй, ебани. Только полный релог. А, быстро. На секунду. Чуть раз на хуйню разобраться, я его заворачил уже, надеюсь. Так. Я тут. Водичка отошел, пока вы там добираете людей. Какой добираем? Куда добираем? Ну, все. Ну, я же не знаю, он же офнулся без предупреждения. А я фиг, что написал, какой. Что он... Смысл такой. Что там у тебя, Артем? Я уже захожу. У него последний вылет, наверное. Да, у меня в смысле это из-за подтверждения аккаунта. Типа. Ну, ну все там подтвердились, не должно быть. Не, нихуя. Блять. Бля, меня это начинает калить нахуй, блять. Ну пойдем потом подтвердим, чё. Да не за это, блять, чё АФКшит, блять. Ну, Настя, давай, минута прошла уже, блять, два раза. Чё за хуйня, правда, начинается, блять, стоим у босса нахуй, все она куда-то внутри? Побежали. Вроде заходите за ворота все, Арчи. Поехали. Мобов сведите. Ну, заберите. Ну, мова заберите. Алло, мова заберите. Алло. Ёбнулись, блядь. У на пуль, блядь, встань. Ляжет там под лицом. Ляжет топ команды. Все, подходите к комнате, кто идет в комнату, быстрей. Пачку. Прям забегайте к этому прислужнику. Все, тотем обновил шамана Лим. Тали здесь сейчас сразу немножко широко. РДДшники, там где-то там полумесяц, квадратик. Все, побежали. Не спешите, идите просто. Вот первый прислужник, все, к нему прям подходите, каст кикайте ему, блядь. И смотрите его за руку, я буду волновать, какая сторона. Налево перебежали, налево. Поплотнее налево. А не посередине. Если пробудитель, будете... бьем все. Дальше ты прислужник, ему каст тоже, можешь хватит стану, блядь. Направо сейчас перебегаем, аккуратно, вот после этой направо, все, быстрее, быстрее, быстрее. Войда не уроните тоже, блядь. Стоим, стоим направо. Забегаем в комнату, все, в комнату бежим. Бежим в комнату. Прога, вот этот завоеватель. Может, блядь, забегайте все в центр комнаты. Все в центр, все. Всех вот этого завоевателя бери. Все, стоим. Бери блядь. В МК. Мобов кливый. Можете его ездить. Взял в МК, нет? Да-да-да-да-да, на нем гоняю. Ушли, ушли, ушли. От молнии, быстрее ушли с квадрата. Ушли, ушли, ушли. Надо мобов держать, ауе. Левните, ауе. Сейчас там вот за дверью стоит еще один прислужник. Ему тоже надо каст бить. Рога может уже подходить так к двери. С кассой. Там будет и на лестнице еще один будет стоять. А че, кто нас хилит? Пробудитель объем. Сейчас заходим. Пробудитель объем! Сразу кик и каст. Киллов нету. Пиздец, вайп упали. А, ну у них комнату. Ну, это самое. Ну, как вариант, медленнее комнату проходить, туда больше людей отдать. Ну, мне тоже кажется, что именно так. Тут дохуя людей. Я извиняюсь, а чего вот наверху мы сейчас умирали, я ж не понял. Сдохните? В смысле, наверху, просто... От молнии, что ли, люди отойти не могут, или что? Да, от мобов. Мобов много накапливается. Которые крутятся, они вообще не умирают. Да, просто вам ДПС больше ДПС надо. ДПСа не хватает вообще. Блядь, трога этот вылетел куда-то. Настя, где ты есть, блядь? Хуя она на минуту отходит. Минута просто опиздошенная, блядь. Так, давай тогда...
Васю надо заберем сюда. Сову, по-любому. Да, Васю забираем сюда. Дайте мне, можете ханта еще одного забрать. Саню мне оставьте только. А кто хилит арену? Кроме Ладомира и Марлю. Одного хила можно туда даже послать нам. Литературе. Литературе на мобике стоит. Там двух хилов недостаточно. Давай я к вам пойду, я вам захилю все там, ебать. Да, пусть идет к нам, а один суф будет у нас, и все просто. Вы дохили. У нас суф в ДД. А кто у нас? Вот. Там груди у вас и буксол, два хила. Ну, ну вот, груди забираю, буксол оставляю. Он пишет, он подтвердил. Попробуй еще раз стрелок не, блядь. Сейчас как раз все будем это, я релогну. А, все, может без релога, у меня выкинулось. Бля, ебать, самую дорогую шмотку выкинул. Сука. Ладно. Ну все, все точно сейчас, нормально все, да? Так, ну, давай просто... тогда так, там пускай ну, остается давай. Буксол. Ну да, можно, все нормально. Попробуй передай. Все, ладно, давай пускай так и будет, два хила там, на всякий случай. А у нас здесь остается Суф, и пускай у нас тогда остается здесь Арчи. Там сделаем еще так. Это, чтобы хилам косты не кикали, вы, короче, типа хилы, чтобы стояли между миликами РДД, короче, у вас была средняя РНЖ, чтобы вам косты не кикали. Она зайдет? Нет, она в Дискорде. Написала ребут и тролл там. Про что говоришь, какие косты? На арене? На арене, да. Чтобы, чтобы хилы стали между миликами и РДД. Да там прикол в том, там очень часто такие говорят касты, если ты под боссом прям находишься. Ты ну, в середине стоишь и все, и забиваешь хуй на все. Типа скидывай боб и там, не знаю. Арчи. Арчи. Чак, я так же здесь остаюсь, Арчи, да? Спекни... Арчи, спекнись в хила. Похилишь у нас тут третьим хилом получается. У нас все равно Леха будет на МК, а у нас ты будешь хил Ладомир и Марлу. Мне, короче, идти туда, да? В комнату. Да, ты в комнате с буксолом. На всякий случай пускай будет так. Угу. Не, ну там Войд проседал нормально, кстати. На первом этом боссе. Мини-босс. Рыба стоит, кушайте рыбу. Ну, так может туда Ладомира отдать, наоборот? И минисинга, походу, нету на эту залупу, что вы говорили. Ну, там в комнате нужны соло-таргеты, что прохиливали, как я понял. Там смысла нету от масухи, вообще нет. Ну, типа одного Ладомира туда, остальных здесь оставить. Давай так сделаем. Я тогда с шамана забираю сюда, Ладомир идет туда. Он там соло прохилит, или плюс пускай да. Лучше буксол останется. Не, там, ну, можешь буксол отдать, как бы. Да ну все, пускай, пускай Ладомир и буксол хилят в комнате. Кто остается у нас? Арчи, какой молодец, Суф или как? А, внизу остается у нас Груди, Арчи, Марлу. Хилят, я имею в виду. А Суф не в хиле? Суф в сове. А, молодец. Суф тоже с нами останется? Суф остается с нами. С нами остаются Суф и Арчи. Туда идут Ладомир, Нечаянно, Смекалка, Войд, Безвредный, все. Какой молодец, Буксол и Рога Тога. У всех есть саппроты, блядь. Или кому-то дать. Если кому-то надо дать, дайте обмен на запакую всех, я вам дам саппрот. Знаете, кому еще? Я сейчас саппроты раздам. Угу. Кому еще надо саппорт? Давайте обмен. Все, больше никому не надо. Все. Давайте еще раз. Чекометованность. Марлу, буксол. Марлу. Блять, он даже... А, все, пришел. Заходите за ворота. Леша. Литература. Погнали. Гуляйте там.
Все, кто идет в комнату, к воротам пошли. Ком побежал, блин. Да похуй. Забейте его, блин. Сгорит. Открывай. Так, все то же самое. Шаман, маги, пуржим, пиздим, все. Леха моба этого сразу в МК, стоишь в центре комнаты, прям в центре, блядь. И берешь этого моба в МК. Окей. И с этим и моба, когда после того, как возьмешь в МК, с ним в центре и стоишь. Забегай, на левую сторону перейдите. Куросау, вот этот моб, этот рога. Напулива, я не вижу тебя напулива. Завиватель МК. МК, 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 не бьем его, ушли оттуда, я ушли из-под луны, МК. Ушли из-под луны. Леша, я тебе сказал в центре его брать, ты в центре стоишь? Леша, тебе сейчас сложит пипец. Нахуй. Это не центр комнаты, блядь. Сейчас направо перебегаем, направо, направо. Здесь в центре, вот с мобом стоим, все. Все, заходим в комнату, всех петов под собой, чтобы... Ушли, 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 ушли. Дайте войду дойти, не бейте, бля. Ну, дайте... смотри, ну, я, может, я говорил первый раз, может, еще раз повторить. Вот. Поняли? Я не знаю, как вы проебываете, бля. Смотри, вот, давай срез туда пойдет и посмотрит, что не так у вас. Ну, я ебал, потому что это. Я говорил вам один раз, вы не понимаете. Зачем тебе туда идти? Почему меня опять мобов? Да я моба пиздят? Держу, блядь! Ты не понимаешь? Так и что, опять мобов меня пиздят? Моба, чтобы сбить ебаный каст, блядь! Они опрокидывают, моб стоит, кастует, да вы перебегаете, хуй, вас не опрокидывают. Дойдем, блядь. Послушай, короче, срез, блядь. Слышишь, срез, иди туда. Да может ты заебал, блядь? Что иди, нахуй, иди с ним сходи. Да какой нахуй срез? У нас нету миликрита, слава, блядь! Так, ну, блядь, меня убивают, что я буду делать? Диминишинга на это опрокидывание нет. Тебя, меня пять мобов опрокидывают по очереди. Мы сагрили всю комнату, я стою опрокинутый, они пошли в комнату с этим большим, блядь, и контролят его. А мобов нахуй бить? Это что за тактика, блядь? Можете послушать, что я скажу, блядь? Помолчи. Я еще говорю, мы идем спокойно, мы не спешим. Я иду к мобу, чтобы, сука, сбить ему ебучий каш, чтобы он не кастовал. Мы спокойно дошли до моба. Ты не понимаешь этого? А то, что тебя роняют... Каст? И чем ты собьешь каст? Кайлом, блайндом, все, мобсы запускал. А потом чем контролить его? Его не надо контролить, его надо убить. Мы дойдем до него спокойно и убьем моба. Ну а танковать-то кто его будет, ты как думаешь? Ты будешь, ты до него дойдешь, блядь. Да как я дойду-то, пять мобов опрокидывают. Ты видел, где я лежал? Я на середине туннеля лежал, блядь. Или тебе видео скидывают? Так, это, стоп, охолони, воет. Он тебе правильно говорит, до него нужно дойти, он перестанет кастовать после того, как ему сечку дать. Я всё. Очень рад, блядь, а как под пятью опрокидываниями ты дойдешь? Иди и дойди, спекнись и дойди. Ну так он сам дойдет без тебя, чё тебя там ему под опрокидывание? Да он-то дойдёт, я понимаю, но танковать кто будет, он что ли? В локе. Ты слышишь, ему сбивают каст и потом на тебя напуливают, все. Он подожди, моб стоит в контроле. Моб АФК, смотришь, АФК. Ладно, я ничего не спорю. Все это заебись. Тактика охуенная, я не спорю. Все это заебись. На пульте сейчас сделайте. Но я сдох, как бы. Я тут не виноват, блядь. Что мне делать? Это не к тебе претензии, почему ты сдох. Тебя не прохилили, блядь. Тебе никто ничего не говорит вообще. Ставьте рыбу, хорош пиздеть. Тебе ж никто ничего не говорит, что ты в чем-то виноват, что ты сдох. Моба, когда мы доходим, никто вообще не бьет. Пока вот не дойдет, все мы не дойдем. Там прикол в таком, то, что моб может заэвэдиться. Если мы... Вот там, типа, проход такой, дверь. Если мы будем стоять на этом проходе, и моб к нам подойдет, он заэвэдится. Нужно зайти именно в этот кружок, в середину этой комнаты. Поставьте рыбу. У кого рыба есть? Саша, есть рыба? Блять, ну, ГБ надо ставить. Сейчас, пост на ГБ. Вот один рога, который... Рога Тога. Мы, смотри, доходим до конца комнаты, я ему даю койл, сбиваю каст, ты подбегаешь, даешь блайнд. Все, моба никто не трогает. Он стоит там секунд 15 ФК, вообще ничего не делает. Войд до этого времени спокойно дойдет, блядь. Там проблем вообще нет с этим. Все, вся тактика. Владимир, попробуй, а если фридом давать? Не помогает фридом? Нет, он не поднимает, понимаешь? Перс ложится, анимация, типа... Да я понял. Это как чардж, блядь, нахуй, у петовского ханта. Да, вот у табуретки этой, блядь. Да какая разница, чардж, не чардж, по сути это стан, даже если у тебя нету этого синей хероборы над головой. У нас там три напулера, напуливайте все на него, блять, и мобу главное сбить каст, все. Владимир, запотей там, захиль нахуй ты все это дерьмо.
Плотинник, можно оттуда еще какой молодец забрать сюда. Да. Хант, а одного ханта забери, потому что мне только один хант нужен. Да, останься. Хорошо, здесь, давай молодец, тогда так, смотри. Туда идет Ладомир, Нечаянно, Смекалка, Войд, Безвредный, Рога Тога и Буксол. Суф, какой молодец, Арчи остаются тут. Рыбу все поели? А что если нечаянно забрать в медведя там превратить, не? У него же вроде был спек. Потом в коте подамажит на ласт фазе. Да нет, нахуя? Нам урона надо, как бы тут пиздец. Дайте кулак пороги, кто бафает, блядь? У нас Арчи в хиле сейчас, да? Да. Да. Блядь. А заставил кулаки бафает? Ну, походу. Давай, заходи, отстал. Арстайл. Я хотел сам не вариант, нам и так его на самом деле не хватает. Я вот сейчас смотрел, пиздец. Я на Войде держу три хоты и стою его просто покровительством, пока дохиляет. Ты говоришь, бежим, я набегу, не могу покровительством хилять. Жизнецветы спам просто и все. Этого хватит. Обхота уже где-то заспамил. Если что, остановился, подхилил, все, там ничего сложного. Хорошо, буду 4 держать. Ну ты в смысле не прям 3 сразу так, один подходит к концу, второй, третий. Ну просто, ребят, все внимательно, там и так танка прохиливать надо, если вы еще лутаете урон, конечно, там, хилы не справляются. Там типа сложности никакой нет, вы просто вот видите, моб стоит, ну в эту сторону, да, кастует, перебежали на другую, стоите ФК, все. Мобы все, 0 урона лутанули. Мы бы все на танке там, блядь. Только танка ебет там. И все. Че, давайте чек на готовность. Там какой чек на готовность, если артстайла нет? Ебучий городовой. Чего? Что за хуйня началась, блядь? Дима, ты тут? Его, кажись, нахуй в ГИСе нету. Завтра этот Накс будет 25, я спросил. Кто-нибудь это расскажет? Или мне собрать? Не знаю. Поставь, чё. Про чё ты срез? Ну, надо людям проходки делать 25. Меня еще в воскресенье и в субботу весь ПМ завалили. Накс 25 надо. Ладно, я тоже, если что, пойду вот этой вот девчонкой, груди. Это, а хули его ждать? Его нету ни в ДИСе, нигде нету. Напиши всё. Это, Кирюх, этот. Он что-то говорил? Сейчас он говорил, его либо свет вырубили, либо он просто проебался куда-то. Он не писал? Ничего? В ДИСе он онлайн. А, онлайн, а чего его бывает, нету, блядь, тогда бывает. В этом? Он с нами, нет, сидит? У нас его нету. Да нет, я по телеграм. Нет, не с нами. Не, у нас его нет. А я его с Телдрином путаю, короче. Ну, в ДИСе он онлайн, я ему написал, сейчас жду. Охуенно. Че за хуйня происходит? Вот эти все пиар составляют. Понимаю, но. Давайте трай возьмем, мы нихуя не теряем. Ну как, ДПС теряем? Хули толку, блядь, мы комнату пробежать не можем. Давайте комнату хотя бы пробежим, переведем босса, блядь. Если ДПСа не хватит, тогда уже да. Да мы, понимаешь, мы на самом деле здесь внизу, как бы, пиздец, нам не хватает ДПСа. Поднимайте за ворота. Мы в комнату как бы добежали, вы там сдохли просто. До этого трай был. Тут не хватает ДПС и очень много урона лутаем.
А как мы, блядь, его на той неделе, мы его с первого трая, блядь, перевели? Повезло, почти, повезло. Почти убили, на... Поднимайтесь за ворота, блядь. Давайте на АП кликну, да, погнали. Поехали. Гуляйте, блядь, там. Я вы пулите. Нормально, блядь, ну. Угу. Так еще, блядь, уметь надо. Умею, могу. Практикуем, да? Если там есть какие-то все, контроли... Всё, воротам пошли. По мобам можете кидать, я спокойно. Лёша, Сань, сразу в центре комнаты, вот прям в центре, блядь. Стою. И назначенного моба бери в контроль. Тотемы там всю хуйню обновите. И по щиту рейд, пока ты его там не взял. Буксал не успел пройти. В смысле? Вернулись к нам, хиль. На левую сторону. Так у нас хила нету, Лёха, у нас хилить будет. Ладами. Завоеватель, бери. Ребят, это моба берется в контроль, отошли от черепа. Взял. Все, стоим в середине. Вайда там держите, войду плохо. Проебали. На левую. Владимир уехал. Владимир уехал. Куда вы будете? Да потому что этот... Пробудителя грипп. Да все, ложитесь. Он не гриппается. Подойдите к молнии, умрите, все. Там, короче, стоит буксол за воротами, АФК стоит, и, ну, типа, и только начал бежать, короче, ворота закрываются, пробьет ебалик. Ну, это так выглядело, это здесь угарно. Так а в чем проблема, я не понимаю, что не получается? За это все время проходило все. Так, в смысле, у него даже хил не залезли, не знаю, где хил у него? Почему, блядь, в прошлый раз получалось? Смотри, вот в двух словах объясню. Пала, станет мобы, и он не может просто выбежать. Так остальные, кстати, не станили раньше или как? Смотрите, я объясняю. Ребята, вот смотрите. Вот я объясняю в двух словах. Два моба дают стан. Сначала 2 секунды, потом еще 2 секунды. За эти 4 секунды следующие мобы, которых вы сагрили, убивают Холли Пала. Как я буду забирать, я лежу на полу. Так нахуй вы бежите, блядь, убейте троих, блядь, потом дальше идите дальше. Я это говорил с первого трая, извините меня, блядь. Троих убили, блядь, пошли дальше, убили троих следующих. Все, в чем проблема, блядь? Не надо, блядь, собирать всю комнату, блядь. Да мы не всю комнату собираем, доходим до середины и все. Да не надо туда доходить, за воротами, блядь, убивайте, за углом, блядь. Так мы так как вариант, делайте так. Пацаны, ну, одну минуту в туалет отошел. Сагрили троих, зашли, блядь, не выходя туда, блядь, убили их нахуй. Пошли дальше, все. И не надо, блядь, бежать того моба дальнего, блядь, тягрить. Надо всех залить нахуй в середине комнаты, а потом бежать за здоровым, блядь. Так мы так и делаем. Прям так и делаем. Только почему-то, блядь, в прошлый раз его не ложил, а сейчас ложит, блядь. Почему? Я хуй. Да только что сказали же, за углом залить первых три моба, потом туда идти уже. Так мы их и заливаем. Только тебя до этого сложило, до того, как мы их залили, тебя уже сложило, понимаешь? Сложило сначала Владимира мобы, которые следующие были. Меня первые два станили, а следующих мобов вы перед входом в комнату колосса сагрили, и они убили Владимира. Ты не стесняйся, если что там бабл отдать. Ну типа да, баблы там пожимайте как хотите, потому что первый пак убивается, дальше вообще там нехер делать. Дайте СС по Ладомиру, второй СС дайте по Вайду на всякий случай. Раздавайте бафы. Оверхильте танка и Ладомира как-то сейвите тогда, потому что, ну, это невозможно вытанчить, потому что дают этот стан вонючий. Когда ты встанешь, ты не можешь ни уклоняться, ни блокировать, ничего ты не можешь. Вот ты получаешь full load damage. Ты просто банка с ХП. Там, по большому счету, тебя кровотечение сжирает, Войд. Да они не знаю, убьют.
Там похуй на урон мобов. Чисто да, дело-то не в уроне, дело в том, что Холипала убили, блядь, понимаешь? Да нет, это я видел. Я это первый заметил, блядь. Знаю, с вами есть там паладин, пускай возложение, блядь, скинет. Да не даст сакру, там, не знаю, еще какую-нибудь хуйню. Че, блядь, давайте ногами? Давайте лафа раздавайте. Будто, Миха, блядь, ты не торопись иди, в смысле. Вообще не торопись. В плане ходьбы туда. Потому что там мобы на тебя переключаются. Кулака бы. Да, кулака бы у нас остались. Кулак, дайте, у нас есть три паладина. Я вижу на себе, блядь, каску, нахуй. Вижу, блядь, протобав. Лей кулак, нахуй. МП5 дали, еба, охуенно, блядь, спасибо. Не надо. Владимир может бабу прожать в тот момент, когда... Владимир, бафай всем каски, Егор, бафай всем кулаки, кресты, Войд, бафай всем прото. Не получается, тогда назначим. Перебафывайте всю хуйню. Всё, ману, резно. Владимир, бафай всем каски, Войд всем прото, Егор, кулаки, кресты. Каски нету на роге. На хантах тоже. Миша, бафай каски всем. Все, все готовы, поехали. Давайте только там не драчим балебу, буксол, заходим в ворота. Забегите сюда, сейчас, блядь, на правую сторону, стой. Завоеватель, кашу, взяли кашу, его в МК, кашу, не надо его бить, блядь. Кто нахуй не одупляет, еще каких мобов надо бить, каких нет. Ну, луну отошли, луну отошли. Сдохните, блядь, на левую, направо. Меня мог похоронил. Этого убиваем. А буксо, Берни, отойди, Берни этого. В луну, в луну, в луну, в луне стоим. Стоим, ушли в крест. Перебегаем, все, по правой стороне идем. Каст этому кикайте. Там нужно. На левую сторону сейчас перебегаем. Проводители играем. Ограничение. На правую сторону перебегаем. Луну ушли. Во, Рога, беги, давай этот ебучий. Блять, как блядь, блайнд, это какой-то дай. Пиздец, нахуй. Рога, иди дай блайнд мобу большому. Рога, 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 прием, рога. Блайнд дай ему просто. И все забегайте сюда просто, в свой дом. Аккуратно забегайте все сюда, бегом. Петов сюда. Ты красава, выиграл, блядь. Все, падайте нахуй. Ой.
Вот говоришь, я не знаю, чем слушаете, блядь. Говорю же, сука, надо забегать всем, блядь. Чтобы никого там на крыю не оставалось, блядь. Иначе комната и выйдется. Говорю уже несколько раз, блядь. Все равно все есть плохо. Инфа по диспелам на арене? Да, я могу показать. Покажи-ка. Ну я не знаю, у Элема что-то не получается, походу. А где Элем? У нас Элем есть. А, да. Вы про Пурш или про чё? Он пишет, что меня не снимают. Где вы про дисплей? У Элема ну, хз. 100%. Ну как это, блядь? Я ж могу спиздить, по идее, он должен. Да встаж, снимает всё Элем, блядь. У другого шамана снимают, у тебя не снимают. Меня снимало, блядь, тут не снимают. Что за хуйня? У тебя просто шаман с фанпэя, вот и может. Там выходят вот эти, которые... Завоеватели, да, мы... А, не, завоеватели МКши. Пробудители мы бьем. Вот эти пробудители, им надо мало того, что сбить каст, они на себя еще вешают щиток, типа. Его надо спиздить, ну, снять. Это обязательно. Вы видите же, что, типа, если мы не убиваем этих мобов быстро, выходит следующая пачка. Там, получается, либо выходит, который крутится, либо наблюдатель, либо пробудитель. Вот которые крутятся, мы их не можем быстро бить, потому что у них много хп. И от них надо еще отбежать, чтобы они не дамажили. Вот эти пробудители, по сути, изи, если их продиспелить вовремя. Их надо таргетно убить. Там они все изи, блядь, если с них все. А между ними выходят вот эти, которые как на, ну, в самом начале выходят, которых мы заливаем, просто с одного скилла каждый дал, все, они упали. Между ними вот эти выходят, слабые мобы. То есть надо контролить именно, вот когда выходят эти пробудители, сразу же похуй на даже тех, кто, если есть, кто крутится, бросаем их нахуй, тут же в пробудители садимся. До талого. Надо прям их продиспеливать и быстро убивать таргетно. Если них не убиваем, выходит следующий, все, до свидания. Не прохилится. Первыми сейчас обязательно убиваем этих ебаных, нахуй, которые кастуют молнию, пробудителей, блядь. А остальных потом кливаем, блядь. Если нету пробудителей, больше никто там из них сильно не дамажит. Вот эти, что крутятся, это хуйня все. Слышите, может похуй на этого литературе с его МК, типа, ну, пусть не МКшит, будем их всех убивать, только... Лёха, давай вот смотрите, распределимся просто. А если Лер, он вот не смотри, будет брать его в этот, в МК, блядь, то у нас не хватит ДПС их убивать. Там да, 20% нафиг хосты, это слишком много, блядь. Бафайте быстрее, где кулак нахуй опять? Ну, нам... А, ну Арчи у нас еще есть. Арчи, ты хилишь, да? Угу. Может, я в комнату ну... пойду похилю? Да я не хочу, надо, чтобы у нас тут 4 было диспела хотя бы, чтобы мы каждый своего пробудителя просто сразу диспелили и все. Проще же будет. Егор, ты бафаешь кулаки, не? Не, ну давай я в рестере подиспелю. Да, давай. Ты вот давай с черепа пробудителя будешь диспелить. Я, который будет выходить с креста. Волшебник, ты с луны. И второй шаман, ты в квадрате. Все меня услышали? Их там 4 штуки выходят. Типа вот это каждый, который своего сразу в таргет берет и начинает просто лить, ну сам, то есть таргетно. Там остальные подключаются, милишники. А вы их продиспеливаете, постоянно косты сбиваете. Все просто. Ну, по ходовой, вот сейчас более-менее еще смотрели на эти столбы, отбегали, все нормально было. Серьез, ты что там куда делся? Ничего же это такое, нахуй. Захожу. Аж страшно стало. Мне больше интересно, куда, блядь, артстайл нахуй делся. А это вообще загадка что-то. Ничего не писал так? Он же в Дискорде сидит. Напишите в личку. Мы же его забанили. А он бы что-нибудь написал. Я бы вылетел, я бы вниз отписал что-нибудь. А вот этот хочу какать, он же, по-моему, с нами ходил на том КД. Да нет у него проходки. С нами малыш ходил. Да, малыш, кстати, в сети, ну.
Да хуй знает, он молчит, не отвечает. Что там, Саня, ты тут? Да-да-да, я просто писал этому в Дискорде. Че, бафы дали, все, поехали. Столовка, раздупляйся. Заходите все за ворот. Поехали, танк. Танки, со стороны креста его пуляйте, блядь, чтобы не был он так, как сейчас был. Он был. Зашли сбоку, его спулили, и все. Сейчас туда не бегите, короче. За ворота зайдете и стоите, ждете. Мобов сюда приведем, первую пачку. Будем там ждать, что у вас дэм уже не хватает. А вторую пачку побежим до моба прям. Только, ну, аккуратно, чтобы, блядь, все к одной куче бежали. Давайте к воротам пошли уже, кто идет. Быстрее. Нажимайте. Что, сейчас забежали за ворота и стойте, сейчас моба приведем. Войного людей. Вот этих троих забираем. Все. Зайдите сюда. Сейчас надо прислужника убить, надо, чтобы он зашел за ворота, за стенку зашел. Завоеватель. МК, бери. А, он сквозь стену кастует, бля. Куда держите? В луну отошли. Бля, бери, промах, бери МК. Все. Промах, промах. Куароса, если я тебя сейчас не увижу, блядь, триксов. А, ну, блядь, у нас есть? У нас нечего, блядь. Там на мобе ходки, их фуржить надо, а у нас нечего, да, их фуржить? Сам диспей. Да, вот. А чем диспей? Я ему не могу. Ты хан, ты можешь. Какой хан? Он варлок. Хан, пус. Хан есть, пусть хан пиздит. А кто там пет наркоманией занимается? Вокруг? Отойдите от черепа. Кливаем, кливаем. Так, сейчас кливаем. А, стойте, стойте, стойте. Все, побежали, побежали. Я с одной кучей бежим. До большого моба. Рога бежит первый. Рога бежит первый. Все, бежим прям к большому мобу, все куча. Его, дашь ему этот ебучий блайнд. Рога. Блайнд, дай ему просто. И забегаем в комнату. Все, забегаем. Петов с собой идем. Забегайте, забегайте, забегайте. Все, вот сюда вставайте и льем. А, прислужника, стоп, таргет на прислужника сначала, видите, таргет, потому что он ходки распределяет. Видите первого моба? Мобов тут тоже залит. Пробудитель. Сфер. Отлично. Что у вас там? Вы первый раз узнаете, что на АОЕ хуяли перед собой? Что, рофлите, блядь? Нахуй стоите? Да я вроде не там. Сука, мой телефон заебал, что за мной? Что, нам ложиться или что? Че, может, город сберемся? Пусть суп буксола барьер, да? Суп буксола безбредно. Сань, ну командуй тогда что-то. Ну, бля, я сказал, суп, бэйбэр, буксола, буксола. Слов с нами на арене. Тут у нас нечаянно. Нечаянно, бэйбэр, буксола. Не, посмотрю, он стою. Парень. Бэйбэр безвредно. Угу. Ай, блядь. Ага. Давайте. Бэйбэр. Отойдите от квадрата, кто там молнию лутает? Все, у нас тут пиздец, мобов очень дохуя. А мы только лягом, блядь, по лямам снять мобы. У меня пока дай-то баб висит, ебаная, руническая преграда, это что такое вообще? Че, какой день? Которая урон понижает по нему. Сейчас не висит. Блядь, ну нихуя тут сложного нет, я не понимаю, что за хуйня, блядь? Сдохните там уже в комнате. Перед ебал, встаньте. Не-не, просто вы выйдем с мобом. Гос выйди с мобом, пусть заводится. И... в комнату рисуем. Слышь,
сложных действительно боссов мы, блядь, убиваем, ебаного бомжа нахуй убить не можем, блядь. Так, по-моему, пока всех мобов не залежь мелких, типа, висит баф на этом, на большом. А я чуть не видел, что за баф. Он понижает урон на 53%. А он в десятке висел такой баф? Я десятки не видел. Там. Да. Мобы залить. Ну туда просто заходим туда с мобами, их сначала ем, потом это убьем, все. А чё, мы Мимирона убивали? Да. У нас только три босса осталось. Время, деньги, друг. Блять, нам реально вот, сука, оставил, был бы мы бы сейчас точно вот, без всяких проблем. Мы и так почти без проблем, в принципе. Намного же лучше стало. Да, когда перестали молнию лутать, как дурачки, все нормально стало. А потом заново начали. Ну. Да даже если не видно, какой столб загорается, когда первая молния пролетает, сразу видно, откуда она летит. Просто отошел и все. Да, она не ваншотит, просто отойти надо, блядь, все. Выключите аспект, раздавайте бафы, там проверяйте. Престобаф, Леша. А сейчас рыбу похаваю. Надо, блядь, людей в гильдию набирать, это какой-то пиздец, ебать. Бомж-отряд, нахуй. Да вот тоже, блядь. То же самое, я, блядь, полдня пишу, нахуй, мне ни одна залупа не написала. Да. Статик антошки развалить. Да у них там нихуя не собирается, какой нахуй статик. Поехали, танки пуляйте. ДД не врывайте, чтобы она не дула сюда нахуй. Все, идите к воротам. Незваные гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы... Леша сразу в центре стал, все красиво. Это было в горах. Но вы... Что это? Настя и вот этот Куроса какой-то там этот, напуливайте по КД. Не вот этих можете не напуливать, лоховских. Которые выходят большие, их напуливаем по КД. Так я напуливаю, пока да. Ну фул его, блядь, пойдем. Им можно вставить дизарм, они не крутятся, если шо. Входку с цепа, Саня. Курс. Ну молния фигачит, отойдите. Все нормально. Отошли от квадрата. Пробудите. Пробудитель, объем все. Сейчас не спешите. Там это стоит. Стойте, ждите. Они не деспарятся у меня почему-то. Ждите, говорю. Все, сейчас. Отошли от креста, отошли от креста. Побежали. Завоевателя МК бери. Рога уже беги, давай блайнд и заходим в комнату секущую. Налево перебегите заранее, налево перебегите. Отошли от черепа. Отошли. Не проебите войда, только не проебите войда.
Заходите все. Мобов можете даже не трогать, пусть сюда зайдут. Прям сюда заходите, все, забирай этого. И мобов точно. Сначала прислужника убейте. Отойди оттуда, Рога, отойди оттуда, не подходи. Я же сказал, на край комнаты никто не подходит. Смотрите за молнией внимательно, блядь. Так, череп у кресту не подходит, квадрат у кресту не подходит. И перед ебалом не стойте, отойди этот, нечаянно. От ебала отойди, нечаянно. Класс, моба залили. Вот он. Также отошли от квадрата от креста, отошли. Там можно убиваем. Все, там. Так, живите, там у нас все хорошо. Он опять появился баф, но нет, это значит не от мобов зависит. Диспелить надо его. Нельзя диспелить, он никакой школе не относится. Отошли, 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 отошли от черепа. Завоеватели играем. Быстрее. К черепу не подходим, там заряжено. Смотри, сейчас новую зарядит. Смотрите внимательно. Там же череп стоим. Видите, он вас тяжет? Около стенок стоит. Маг, по-моему, может забирать щит. Бумага нет. Сейчас вот убиваем оба, и там вот прислужник ему на каске. Отошли, отошли от квадрата, быстро, 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 быстро. Рога, иди уже. Сейчас, сейчас все, что-то спокойно идем наверх. Заливаем. Как ты тикаете, че он хилится, блядь? Идите ему каске, блядь, угоните. Все, поднимай наверх тоже. Отойди. А, это петл. Да, петл. Залейте мобов сначала, сейчас залейте мобов. Там. Пробудитель вот идет, это хуево, блядь. Надо что-то делать. Сало всуньте им нахуй, чтобы они подошли сюда. Да, лучше, но. Все, наверх, наверх, все наверх идем, все. Все идем наверх. И все к двери, прям к двери все подходите. Но... И мобов точно сыграем, сначала мобов. К двери подойдите, пробуйте. Марлу побегай. На ком моб висит, блядь? На Марлу. Пробудите. Пробудителя больше сыграйте. Там тоже слышно не урническая защита какая-то висит, блядь. Ну так мелких слейте сначала. Не, на мелких. Ну, ну сейчас на этом вот, на этом не висит, на том висел. Вы не успеете комнату пройти, зачем вы мелкие бьете? Ребята, на берсы минута, идите быстрее там как-нибудь, да. А? А этого ничего не, ну вроде ничего нет. Большого зергайте. Ну тут урона не так много. Ушли от черепа, ушли, 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 в квадрат все, в квадрат. Там долго еще моба бить, нет? 60%. Блять, 30 секунд берса. Ну, блять, да тут ДПС не так много. Пожарили много не надо, блять. Пробудителя, пробудителя, быстро. Давайте быстрее, я сейчас давно на нитропасах добегу. Тивера босс. Сейчас бежим по правой стороне все, никто по центру не идет, все по правой стороне бежим, стенки. Отошли, отошли. Вы не успеете, вы можете падать. Ну, да. Вон, ворота открылись, но... Может там таймер ебанутый. Давай, Саня. А, пизда, все, ложись. Какой молодец, в комнату туда пойдешь? Че, берсерк? Давай на мага одного лучше, дай. Ну, да, мага снова. Надо, чтобы щит забирал с моба. Если ну, он забирает. Давай. Все, падайте быстрее. Саша, туда пойдешь.
А, тетради, мне нужно... И вы когда, типа, последнего большого бьете, вы мелких вообще не бейте, только большого. Вы большого убиваете, даете там шифе, либо корни по мелким, и просто бегите. Они, типа, и вейдятся, их не надо трогать. Они какие бафы не вешают, наверное? Нет, они ничего, они там сверху просто остаются, и они ничего не дают. Вам, типа, задача убить просто большого моба последнего. Ну, прислужника, который там, и этих... Да, вы, типа, убиваете, вот когда дверь открывается уже после этого, который с руками, типа... Вы убиваете одного прислужника, убиваете второго и просто поднимаетесь наверх и большого убиваете, и все. Ну щит еще хорошо забирать. Я сейчас поставлю дживса, если там кому-то надо. Если он забирает, значит это типа ускорит хождение. Потому что мы, блядь, в это 50% били хуйню. Угу. Но он не снимается, если что. Магом не снимается? Нет. Ну и вообще, типа, вам желательно еще ДД взять и в одного полипала идти. А то вы очень долго, вы, типа, я не знаю, там... Ну тут кто-то... Вы 6 минут шли, типа, и вы не успели за 6 минут. Хотя, типа, на хаймот надо успеть за 3. Алиска в прошлый раз сама хилила. Давай, окей, буксоло забирайте себе, вместо буксоло дайте нам как Арчи... А, же Арчи в хиле же? Да. Ну, давай, пускай Арчи спекнется. А нет, у нас Арчи диспелит, нахуй, блядь. А дай тогда Санька нам. Я поставил вам Санька. Ну все, а буксол тогда снимет. Ну вы главное закрывайте косты, типа, и точечно убивайте сразу вот эти, которые кастуют, а остальные, типа, они там хуйня. Ешьте рыбу, раздавайте бафы, обновляйте банки, кому надо. Бафы дайте. Чё такое буксо? Чё тебе не хватает? Прота. Блядь, на ходу разбафайте, всё, заходите давай. Рыбу поели? Ещё ждать с бафами. Всё поели, можно давать. Блядь. Давай, поехали. Давайте, идите к воротам уже. Кто идет в комнату, к воротам быстрее. Да. Не теряйте время. Незваные гости! Вы заплатите за то, что вы смели вмешаться! Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Все, выпуливай сюда, давай. Тикайте все косты, блядь. Фокус возьмите второго моба. Одного бьем, другой фокус. Вот эти говномобы можете не напуливать. Напуливайте только больших. Завоеватель взял. Саня, бери. Все, все, красиво. Отошли от черепа. Ой, от квадрата. В череп все, в череп. Че, он дойдет сюда, нет? Этот дойдет? А, он еще там стоит. Стойте, стойте, не идите, стойте, стойте, стойте. Стоять, стоять. Пробудителя играем? Сейчас он кастанет руку, я скажу тогда, перезвоню. Все в пробудителя, быстро. Все, побежали. По правой стороне. Все в пробудителя, Настя, ёбаный рот, блядь! На ходу добежал, он умрёт. Бежим, 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 бежим. Сейчас на левую сторону перебегите, на левую сторону. И Рога сейчас... Все, беги, давай блайнд ему, чтобы он... И туда, за комнату заходим все аккуратно. Только вода не проявит. Лудомир. Направо. Все, хорошо. Да, похуй, Лудомир сложил. А, как его сложило, мобы? Нет, он эту хуйню понял. Все, ложимся, да? Что за хуйня? Ну, блядь, ну это пиздец какой-то. Ребята, я кричу пробудитель, а ты стоишь в центре, кого-то хуячишь, блядь. Там тоже пробудитель был, не кричи. Двое было, Кирюх, их два штуки было. Так, блядь, мы бьем все одного, кто-то бьет, блядь, одного другого. Нахуя это делать, блядь? Ну, значит, надо метки ставить, я не знаю. Блядь, я тут буду стоять, успевать метку. Я пока поставлю метку, он уже сдохнет, блядь. Значит, я буду ставить, все, давай. Я что, блядь, мангуст нахуй во метке ставить по мобам, блядь?
Я мангуст буду, блядь, похуй, давай. У них 300к, блядь. Я в ГИС скинул макрос, там цифра, вот цифра, это номер метки, там, любую цифру поставьте. Там, блин, есть этот выдвижное окошко специальное для... Зачем? Ты эту кнопку нажал и все. Там ролик стоит, там тоже самое. И все. Не то же самое. Это макрос, давай, там все. Ладно, давай этот, ты куда скинул? Сделаю макрос. Дискорд. Сейчас, секунду.